Ну а сейчас информация для тех, кто до сих пор не решил, чем заняться на новогодних каникулах. Если наскучат монотонные застолья и захочется активно провести время, Светлана Еловнарова подскажет, куда стоит сходить и где точно не будет скучно ни детям, ни взрослым. На главной елке города в парке 30-летия в ЛКСМ праздничная программа стартует уже в новогоднюю ночь. Ну а на каникулах хомячей ждут литературно-музыкальные представления, семейные интерактивы и выступления танцевальных коллективов. Мероприятия начнутся с обеда. Там же в парке можно прогуляться меж ледовых скульптур и прокатиться на коньках. Вход на лед круглосуточный и бесплатный. Пару коньков можно взять в аренду. Прокатиться по льду хомячи смогут и у континента. Там открыли большой бесплатный каток 70 на 30 метров. Он освещен и расчищен. Переобуться можно в теплом павильоне. Там же работает прокат коньков до 10 часов вечера. Стоимость от 80 до 100 рублей за пару. Самих посетителей ждут круглосуточно. Со 2 января взрослых и детей приглашают в резиденцию Деда Мороза. Усадьбу зимнего волшебника открыли в Доме кино на Ленинградской площади. Хомячей ожидают встречи со сказочными персонажами и театрализованные представления по 3 раза в день. Вход в усадьбу бесплатный, но необходимо записаться заранее по телефону. Ну а если есть возможность выбраться за город, можно доехать до Большереченского района. В историко-культурном центре Старина Сибирская тоже работает резиденция Деда Мороза. Полное погружение в русский народный фольклор. Катание на лошадях и поход в избушку на курьих ножках. Программа начинается с 12 часов. В театрах Омска новогодние премьеры для хомячей всех возрастов. На сцене Тюза будут играть новогоднюю музыкальную сказку «Снегурочка» для детей от 3 лет. Для взрослых – постановка по мотивам киносценария братьев Стругацких и Андрея Тарковского «Сталкер». Ну а спасти Новый год можно будет, поучаствовав в театрализованном представлении в городском дворце детского творчества. Спектакль будут играть 2 раза в день. Хорошего вам Нового года и не скучайте на каникулах!